Вот пока солнышко зашло, сделаем такой небольшой круговой. Смотрит Калининградский канал с противоположной, на противоположной стороне Балтийск, город. Это, собственно говоря, тоже Балтийск, но это Балтийск на косе. Вот тут находится три жилых дома. Это так называемая Приморская набережная. Я посмотрел прямо на вот этом среднем доме. Вот она там нацарапана там чуть ли не углем. Вот такими. О, Приморская набережная. Очень цивилизованно все. Дом пятый. Это дом третий. А вот там дом, соответственно, который я уже снимал, он дом первый, но он не жилой. Мы потом еще его снимем. Пятый, седьмой. Вот, наверное, вся Приморская набережная, выраженная в домах. Дальше пойдем, посмотрим. Вообще, она должна идти дальше и заканчиваться Южным молом, на который мы постараюсь я на него выйти и посмотреть. Так что вот, достаточно симпатичный тут такой райончик. Вот, я думал, он немножко мрачноватый, но на самом деле тут и травка, так и тут достаточно весело. Но, как всегда, много мусора и достаточно неухоженно. А так очень симпатично и даже мило.